Приглашаю самых смелых вместе со мною в страшноватое мистическое путешествие. Мы с вами отправимся в знаменитый Малёбский треугольник, или Малёбку, как ее называют местные. Это очень странное место среди глухих лесов, рек. Там дичайшая природа, и там самая известная в нашей стране аномальная зона. Там происходит всякое. И эта поездка легкой не будет. Для любителей комфорта я сразу предупреждаю. Мимо. Будет тяжеловато. Самые интересные практики мы с вами будем там делать по ночам. Репетиции практик дневные. Самые сильные практики ночью в местах силы. Я назвала эту поездку ретрит «Контакты». Не случайно, потому что там мы с вами будем связываться с иными цивилизациями, коих люди во все времена называли инопланетяне. Ну, не во все времена, когда-то во времена древние их называли боги, спустившиеся с небес. Есть масса свидетельств исторических палеоконтактов, наскальной живописи, произведения культуры, искусства. В общем, у меня в канале есть ролик про инопланетян. Советую вам найти, послушать мою точку зрения. Если вас хотя бы по краешку вашей судьбы где-то прошла эта тема, не раздумывайте, поезжайте. Я не уверена, что я буду повторять когда-либо эту поездку. Я знаю, что она будет сложной. Я знаю, что кому-то из группы точно будет страшно. Я не уверена, что все выдержат накал эмоций. Естественно, я создам безопасную среду. Вам не о чем волноваться. Но, тем не менее, комфортно это не будет. И для меня это огромная ответственность, как для мастера. И огромный стресс будет отвести вас туда, в эти места, и показать вам мои закрытые практики, которые я вообще-то никому и никогда раньше не давала, не показывала. Сейчас время такое, и оно в спину меня толкает. Давай, Марьяна, поделись. Потому что больше людей должны уметь выстраивать эти связи, выходить в режим контакта. Я вас приглашаю со мною. Малёбский треугольник, лето, звездное небо над нашими головами, запах трав, реки с живительной водою и... контакты. Мне больше нечего сказать. Они самые контакты. Присоединяйтесь.